Здравствуйте. Ребята закончили работу по утеплению отделки фасадов минераловатной плитой и нанесли уже декоративную штукатурку Церезит СТ-174. Там вдалеке ведра видно. Камешковая декоративка, силикатно-силиконовая, паропроницаемая. Три разных цвета здесь. Декоративные элементы из пенополистирола. Минеральная вата 250 миллиметров. Сейчас вот пройдем вокруг дома. Вот у нас тут кубики пенопласта такие. На объектах очень часто встречаются. Сейчас ребята занимаются, домывают окна. Осталось поставить подоконные отливы. Это вот образцы. И на балконе, который с обратной стороны дома находится, нужно будет плитку приклеить. Сейчас обойдем вокруг дома. Вы все сами увидите. Декоративка. Так что уже идут подготовительные работы. Привет. Маме привет хочешь передать? Нет. А батьке? Крепежи, между прочим, хилтишский крепеж. Внутри находятся системы. Химические анкера. Тут все не по-детски. Видите, толщина какая. Это все базальтовая минеральная вата. Тут будут еще светильники. Видите, закладные под них выполнены. Сейчас отойду чуть подальше. Здесь есть точка крайняя, чтобы дом вошел и было видно его масштабы. Да, наверное, вот сюда вот лучше отойти. Видите, домик такой приличный, большой, нехилый. Вон, кстати, минеральная вата. Остатки. Ну, так как выпуск ваты специальный, это первая толщина такая на фасаде, 250 миллиметров, поэтому мы очень боялись, что до заказа не будет. Поэтому брали, конечно, с запасом, чтобы, не дай бог, не было потом проблем. 10 пачек никто не отгрузит, даже выпускать никто не будет, потому что это специальная заказная позиция. Сейчас подойду, покажу декоративку. Вот она. Силикатно-силиконовая, паропроницаемая. Вот это вот использовалось. Фактура вблизи. Вот как она выглядит. Откосы. Газовую трубу, правда, вчера одну трубу уже тут. Ой, блин, эти самые покрасили уже нам фасад, в общем. Надо сейчас подправлять их. Так что. Значит, балкон
над нами находится. Там выполнена плавающая стяжка по экструдированному пенополистиролу CN88. Дальше сделана обмазочная гидроизоляция CR166, двухкомпонентная. И будет приклеена плитка на гибкий плиточный клей. Вот у нас с вами декоративка. Ведерки пустые. Фасадная сетка. Остатки элементов примыкания капельников, которые использовались. Ну, все самое лучшее. Все самое хорошее и качественное. Так что вот маленький такой обзор дома и произведенных работ. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте лайки. Счастливо вам, до свидания.